Почему в России повышается цена на бензин и рост цен на какие услуги следует еще красноярцам ждать в ближайшее время? Эти темы стали главными в программе «Злая собака» на 12-м канале. В этот раз собеседником Анны Прохоровой стал заместитель руководителя краевой антимонопольной службы Олег Харченко. Он рассказал о скрытых причинах подорожания топлива, их обычно не озвучивают власти. Также антимонопольщик объяснил, как крупные нефтяные компании делят между собой российский бензиновый рынок. Кроме того, Олег Харченко отметил, что в нашем городе остается все меньше компаний, которые платят налоги в бюджет края. Цепочка событий очень важна. Цепочка важна. Потом, на самом деле мы думаем, что здесь МПЗ практически наш местный, а он на самом деле на нас не работает. Да на нас много, мало что уже сейчас работает. Пока все мы, так сказать, немножко расслаблялись в июле, да, тот же самый Красноярская ТЭЦ-1, Енисейская ТГК, все ушли на Кипр 100%. Ну, кстати, сегодня руководство Енисейской ТГК опровергло эту информацию, как сообщила пресс-служба компании в официальном письме, цитирую. Предприятие зарегистрировано в Красноярске, и все налоги уплачиваются по месту нахождения. Но также в компании не отрицают, что один из иностранных акционеров, зарегистрированных на Кипре, подал в УФАС заявление о желании приобрести 100% акций. Если покупка состоится, по закону он может делать с предприятием что угодно, в том числе и увести его в офшор. Ну, а полную версию программы «Злая собака» смотрите в ближайшее воскресенье на 12-м канале. В 21:30.